значение исследованиями Клухо-Маклая переоценить, честно говоря, трудно. Потому что в XIX веке, мало того, что он поехал в район, где, так сказать, нога белого человека не ступала, дикие, по понятиям европейцев, совершенно дикие места, откуда живыми не возвращаются. То есть надо было иметь личное мужество, чтобы вот ввязаться в исследование таких вещей. А во-вторых, для того времени очень значимо было то, что он сумел доказать, что папуасы – это не промежуточная форма между обезьянами и людьми, как считал его учитель Геккель, который, естественно, заблуждался, а что это настоящие люди, и что на планете, по сути дела, один единый вид разумных существ – Homo sapiens. И вот для XIX века это было абсолютно новым. Лично для меня Клухо-Маклай является выдающимся русским ученым, который делал славу России. Понимаете, он был настоящим патриотом. Не квасным патриотом, который с презрением сквозь губы сверху вниз относится к достижениям западной цивилизации, а именно настоящим русским патриотом, который впитывал как губка все лучшее, что было в тогдашней науке, привносил ее в Россию и стремился сделать русскую науку признанной и уважаемой частью мировой науки. Вот, на мой взгляд, настоящий патриотизм к этому и сводится. Не просто словословие, а вот делами доказывать, что мы тоже что-то значим в этом мире, и наша страна тоже что-то значит. Вот он это сделал, и я в нем это очень ценю.